сказать, дорогие друзья, конечно, театр Мичуринский, для меня это было совершенно уникальное явление, увидев то, что есть в наличии в этом небольшом, в этом городе, прекрасный театр с великолепной труппой, обученной, понимающей режиссера с полуслова, полунамека, понимаете? Вот, очень приятно работать с этими актерами, потому что, знаете, когда объясняешь, а человек опять то же самое делает, это плохо. А вот эти артисты, они моментально исполняют то, что просит режиссер. Или мне даже не приходилось требовать с них что-то такое. Просто сказал, пожалуйста, вы понимаете действие? Понимаю, все, давай, работай. Да, очень хорошо. Ваня, значит, схватил, понес туда, все, и активно действуй. Не просто констатируй факт, а говори активно. Молодец. Да, это первое. Второе, что сказать по поводу материала, который мы работаем. Писемский давно забытый в наше время, честно говоря. Жаль, что не ставится он, потому что, например, сегодня тема нашего мужского начала как-то потихонечку уходит в песок. Что с нами происходит с мужиками? Бог его знает, понимаете? Ведь жениться, допустим, это какая-то огромная ответственность, боимся. А что будет потом? У меня денег не хватит, я не смогу детей поднять на ноги, обучить их. Мужчины, давайте будем оставаться мужиками до конца и брать на себя ответственность, быть ответственными за все, что мы делаем. Ведь женщина всегда была под нашим покровительством. Не зря же нас называли сильный пол, а женщина всегда слабый пол. А теперь что-то не понимаешь, среднестатистическое что-то. Вот об этом автор написал «Ипохондрика». То есть комплексы, комплексы, еще раз комплексы. Скажи, как давно у тебя в театре была главная роль? Перестань задавать провокационные вопросы. Ты просил рассказать про моего персонажа. Но что я могу сказать? Мне очень жалко его. Потому что такие люди очень часто встречаются в жизни, которые мнительные, которые робкие, которым в жизни очень много достается от других. Этот человек страдает болезнью, которая называется ипохондрия. Болезнь, когда человек начинает в себе выискивать различные болезни, даже которых нет. Вдруг! После того окно наверху отворилось, это вы говорите? Я говорю, я! Только она проговорила это слово, как ее с ног до головы и окатили какой-то дрянью, кажется, помоями. Помоями? Господи, чуть не захлебнулась. Что же ты это? Настасья Кирилловна, проказница, рассмешил ты меня, проказница. Есть у тебя что-нибудь общее с твоим персонажем? Да, я думаю, мы с ним характерами очень похожи. Хотя я стараюсь в каких-то местах пытаться быть жестким, но как бы то ни было, все равно возникает вот этот характер. Вот такой вот. Скажи, а роль дается легко? Нет, совершенно непросто, потому что, не буду говорить, это секрет, но она дается очень непросто, тяжело. Вот так. А ты сумеешь письмо страховой на почту отправить? Что за мудрость такая? Сумеешь! Ну так вот, отправь это письмо, и на тебе на то 5 рублей. Отправишь, а сдачу возьмешь себе. Благодарю покорно, дедушка! Мне всегда нравились комедии. И вообще я себя позиционирую как артист, который имеет комедийное амплуа. Поэтому для меня это не тяжело. Мне интересно, весело. Здесь можно подурачиться. А он такое жило на деньги, что не приведи Господи. Он соберет оброк со всех мужиков, принесет маменьке, на, говорит, понюхай, чем пахнет. Да и запрет их в шкатулку. Дайте мне взаймы, дедушка, рублей 200 на свадьбу.
Я вам отдам их. У невесты именье есть. Большое. Я сейчас же с нее их выверну. Ты прежде мое дело сделай. Снеси письмо-то, а потом уже о себе рассказывай. Хорошо, я это сейчас сваталю. Гар, вот в интернете, да, видел, может быть, про твоего персонажа писали, что он подает плохой пример. Как ты думаешь, можно ли в театре подавать плохой пример или нельзя? Конечно, можно. Ну, не подавать пример, а показывать человека, конечно же. Должны играть только идеальных людей, но это немножечко, по-моему, очевидно, что мы показываем и играем разных людей. Играть только идеальных нельзя. Это уже будет не театр? Ну, это будет не театр, и что значит подавать примеры? Я показываю персонажа. Я скажу вам прямо, я шел вас убивать. Ну для чего вы были моей жертвой? Кто вы для меня? Муха. Как прикажете убить? Рукой? От щелчка не пикните. Стреляться хотите? Да, нет. Бубнова туза с 10 сажен попадаю. На саблях хотите? Как бы вы себе не лавировали, принесу свою шашку и размажу вам голову пополам. Там написали, что актер театра, тем более провинциального, он должен быть как священник. Кто писал? Где? Кто эти люди? Фу ты, канальство, гниль какая. Плохо было бы, если бы на этом месте были кости человеческие. Богатырь. Ириш, вот у тебя роль, да, такой хитрый, как с кем сравнить-то, с лисой Алисой, наверное, такой тетушки, да, которая пытается раскрутить дядюшку на денежки. Скажи, вот хоть раз в жизни ты пользовалась навыками театра? Приходилось ли тебе кого-нибудь раскручивать на денежки? Не знаю, директор нашего театра. Я всегда ей говорю, что я актриса, пользуюсь навыками актерскими. Это шутка. А за что же? Под ним насказан. Или, откровенно говоря, и сам не знаю, за что. Нет, серьезно, скажи, сложная у тебя эта роль или нет? Ты заслуженная артистка, это все мы знаем, но все равно каждый артист боится выходить на сцену. Но не боится, а волнуется. Волнуется, переживает, что роль не удастся, что не получится, что осмотреть надо на тебя или в камеру. Может, в камеру. Что лучше в камеру. Вот, что волнение. Конечно, волнение, потому что роль бесподобная, роль очень веселая, очень смешная. У меня таких ролей, наверное, еще не было. Вот, чтобы такую наглую, хамоватую и при том очень такую обворожительную даму сыграть, которая вот не считается ни с кем, ни с чем и никак. То есть вот когда у людей совесть отсутствует напрочь. И, конечно же, такие роли играть очень интересно. То, что не позволено в жизни, потому что мы должны иметь совесть, мы должны иметь уважение к остальным людям, то вот на сцене это возможно сыграть и воплотить свои тайные мечты, когда тебе хочется вести себя так, как хочется, а приходится вести себя, ну, как порядочный человек. Вот. И поэтому я приглашаю всех обязательно. Приходите, посмотрите, потому что спектакль будет очень озорной, очень веселый и очень злободневный. Приходите к нам. Спасибо. Бежать туда, нет? Женится, батюшка! На Ольге Трофимовой! Я забыл, как тебя звать! На Надежде Ивановне! На Надежде Ивановне Конорич женится! Оль, скажи, вот спектакль у нас про сильных и независимых или все-таки зависимых? Что ты можешь по этому сказать? Ну, смотря кого вы имеете в виду, Александр. Тебе нужно отразить прям
всю женскую вот суть, передать все это. Но сейчас в большинстве случаев мужчины очень зависимые. Это мы независимы стали женщины. Может быть, даже в какой-то степени мы сами виноваты. Мы растим таких деток, мальчиков в будущем, становятся такими слабыми мужчинами. Но все равно я считаю, что нужно верить в мужчин. Они у нас есть, они самые сильные, самые лучшие. И мы вас любим. В этот раз у меня в новом спектакле роль маленькая. Как говорят многие театралы, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. Тут я с ними немножко поспорю и скажу, что бывают маленькие роли, а задача актера делать их большими. Поэтому будем работать, будем выращивать свою роль и делать ее большой. Скажи, пожалуйста, как тебе наш новый режиссер, наш новый спектакль? Вообще работа над новыми спектаклями — это всегда очень интересно, это всегда очень волнующе, потому что ты не знаешь, когда приезжает режиссер, это новый человек для тебя, ты еще не знаешь, как с ним разговаривать, как с ним общаться, можно ли предлагать какие-то свои варианты, или нужно по струнке так слушаться. Но так получилось, что, в принципе, Иосиф Васильевич очень такой, в хорошем смысле слова, темпераментный, такой очень отзывчивый и дает нам какую-никакую свободу, даже если роль маленькая, да удаленькая. Так, вот хорошо. Ага. И теперь халатик надела. Молодец. И теперь садись и тапочки. Хорошо? Паша, вот скажи, вот твоя прическа, да? Это ты специально для спектакля сделал? Да. А кого ты играешь? Цирюльника, Сергея. А, то есть парикмахера, да? Выражаясь нашим языком. И, по-твоему, парикмахер должен ходить вот с такой прической, да? Он был модный. Они все следили за модой. Модная прическа. А чем в то время прилизывали волосы? Жиром. Хорошо. Как тебе спектакль? Нравится работать? Нравится. Сделай милость, Сережа, брат, поосторожнее. Ай, под горлом неприятно, Бога ради. Да ничего, сударь, не первый раз. Слава Богу, господ бревали. И еще один такой вопрос. Вот вас бешеная энергия живет. Вы просто, у вас энергии хватит на нас, на всех актеров, еще и останется. Скажите ваш секрет, где вы ее берете? Видите, дорогие друзья, все-таки мне здорово в жизни повезло. Не хвастаюсь, а просто скажу, ну, так как было. Смотрите, закончил один вуз актерский, потом поступил в Щукинское училище в Москву, еще был живой Борис Евгеньевич Захава. У него прошел школу, потом высшие театральные курсы Андрея Александровича Гончарова, потом на репетициях у Любимова, на репетициях у Завадского. Вы понимаете, мне так здорово повезло. Плучек Валентин Николаевич. Да что вы, это люди, которые вложили в меня, как в режиссера, очень много. А я тогда, знаете, как губка, впитывал. И, честно говоря,
работал во многих городах Советского Союза. Якутск, Семипалатинск, Закарпатье. И это мне все здорово пригодилось. Если что-нибудь такое вспоминается, я сразу иной раз даже цитирую моих мастеров. Это очень важно, понимаете, базовая школа режиссуры. Сколько же времени, скажи, пожалуйста? Не знаю. Примерно хоть скажи. Я же так и не уходил. Школа режиссуры советская, российская, она здорово даже Западу показала, как надо работать в нашем деле, в театре. Понимаете? Потому что это, знаете как, правильно кто-то сказал из умных людей, что в театр приходишь иногда как в храм, в церковь, и ждешь чего-то такого очень-очень важного. И это правильно. Да, это работа души прежде всего, а все остальное потом. Да. Спасибо. Наполни кружки до краев. Мудрствовать не будем. И первый тост такой провозгласим. Пусть будет хорошо хорошим людям. И по заслугам плохо, плохо всем плохим.